Россияне продолжают прибывать в Западно-Казахстанскую область. Регион граничит с 5 областями Российской Федерации. Там действует 6 пограничных постов. Пассажиропоток за последние дни на них увеличился минимум в 3 раза. Среди приезжих в основном мужчины призывного возраста. Многие переходят границу пешком. Волонтеры их встречают у поста. Специальный автобус доставляют в город. Местные жители помогают приезжим жильем и со звонками на родину. Запустили даже телеграм-канал помощи россиянам, где они могут получить всю необходимую информацию о стране. Вместе с тем, в социальных сетях распространяется много фейковой информации. Например, не подтвердились данные о предоставлении ковидных госпиталей и мечетей для временного размещения мигрантов. В мечетях, согласно правилам ДУМК, не разрешается никому ночевать. Наши мечети открыты только для молитвы и проведения лекций. Я лично посещаю все объекты до 12 часов ночи. В мечети не было ни приезжих, ни местных жителей, оставшихся на ночь.